Так, окей. Все готово. Все работает. Начинаем на 3, 2, 1. Погнали.
Так, окей, 1-0. Так, следующий сид. 5-0, 6-4. Так, сиды введены. Начинаем на 3, 2, 1, погнали. Yeah!
Окей. 2-0. Скелетон хайп. Как я обещал, если буду выигрывать 2-0. Так что в редко у тебя есть большие шансы. Так. Следующий сид. Девять, один, восемь, шесть. Окей, все готово. Начинаем на 3, 2, 1, старт.
Окей. 2-1. У меня был шанс на самом деле. Я взорвал себя в паласе. Что ж, готовимся к следующему сиду. Следующий сид. 1-0-2-5. Окей, начинаем. 3, 2, 1, старт.
Окей. 2-2. Что ж, финальный матч. И следующий сид 1-8, 1-7. Окей. Стартуем на 3, 2, 1. Погнали.
Thank you.
OBS у меня микро был выключен. В общем так. Если сейчас Фриска убивает трон, он побеждает. Если он умирает на троне, то у нас реванш будет. Если он погибает раньше трона, то выигрываю я. Время истекло, перестартить нельзя. Не, я не поддавался. Если что. Я серьезно играл. Просто нафейлил слегка. Да, в риске просто надо аккуратно закончить. Он КС. Там реально ни этого, ни СС, ни кожи нету. Жесть. А, стоп. Он тоже от трона слился. Но как я, блин, лазер кэнон взял, а потом, блин, просто без патронов остался, это было ужасно. Все, что теперь надо в риске. Просто убить трон.
Типперрофы, по-моему, больше ДПС. Да, больше. Победа! Чё он мигает? Это был настоящий бой. Что ж, поздравляю с выходом в полуфинал. Ты мне скажи, а что тебя заставило взять Мелтинга в последнем раунде? По фану. Жесть. Но я должен сказать, я не поддавался. А, он сказал, что возьмет Мелтинга, если будет 2-2 из-за того, что я взял скелета. Ну, скелетом у меня был шанс выиграть, я просто взорвал в себя, это было бы... Ну, за любого персонажа точно так же я бы в себя взорвал с Гатлинг Базуки. Да, тут еще сит такой попался на бэскин Мелтинга. Так получилось, что я сначала затупил проклятую пушку, сожрал. Потом опять же взорвался. Что там было? Короче, у меня ряд очень тупых смертей было, что я упустил свой шанс множество раз просто. GG.